Горки, качели, лазалки. Летом самое время насладиться активными играми на детских площадках. Поэтому они должны быть максимально удобными, современными и безопасными, уверен Андрей Воробьев. При обустройстве детских площадок мы следим за тремя обязательными критериями. Наличие безопасного резинового покрытия, установление стенда с информацией о компании, ответственной за площадку, ограждение со стороны примыкающей дороги. Безопасность и качество – основные принципы при оборудовании площадок, на которых проводят время дети. В рамках губернаторской программы в Одинцовском округе установят 9 детских площадок, каждая в своем особом стиле. Три тематики в этом году у нас используются: «Буран», «Магеллан» и «Джунгли». Сейчас монтаж детских игровых элементов и заливка резинового покрытия уже выполняется на двух адресах. Кроме игровых форм, специального покрытия установят лавочки, урны, освещение и систему видеонаблюдения «Безопасный регион». Но пока идет стройка, детей на площадке быть не должно. У нас стандарт – это информационный щит с набором малых архитектурных форм, которые выбрали жители, должен быть обязательно размещен. И также обязательное устройство ограждения из сетки, чтобы дети не забегали, скажем так, в зону производства работы, никаких там нюансов не случалось. На красивой площадке по улице Говорова шумно и многолюдно. Теперь здесь много интересного для ребят со всей округи. Проект нового объекта обсуждали всем двором, говорят жители, вносили коррективы и пожелания. Было взаимодействие от разработки проекта, согласовывали даже игровые элементы, то есть очень шли навстречу, огромное спасибо. Вот. Также хотелось отметить работу подрядчика, потому что за 2 недели успели демонтировать площадку и построить новую, вот такую замечательную. Результат плодотворной совместной работы налицо. Теперь главное – сохранить чистоту, порядок, исправность игровых элементов. Для этого в регионе ежедневно проводят цифровые проверки детских площадок. Безопасные и качественные игровые зоны – залог радости и счастья наших детей. Я люблю тут играть. Она мне очень нравится. Она разноцветная вся и прикольная. Качели крутые. Горка супер. И все мне нравится. Полина Бахова, Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».